Шаги Победы. 2 марта. Битва за Полнов. 70-я армия 2-го Белорусского фронта отразила контратаки противника и продвинулась в северо-западном направлении. 47-я армия 1-го Белорусского фронта перешла в наступление в районе Альдома. В результате 3-й гвардейский танковый полк занял Полнов. Противник пытался нанести контрудар по правому флангу, но с большими потерями был вынужден отступить. Шаги Победы.